Совещание проводил глава города Андрей Шубин. Он сообщил неприятную новость. В понедельник около 9 часов вечера в частном доме садового товарищества «Надежда» произошел пожар. Погиб один мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Глава призвал руководителей подразделений напомнить десногорцам о правилах пожарной безопасности. Заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков доложил о расширенном заседании Совета по малому и среднему предпринимательству. Оно пройдет 16 ноября в 13 часов дня в администрации города в кабинете номер 325. Участие может принять любой, кто занимается собственным делом. В медсанчасти номер 135 проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито только 10% населения Десногорска. К сожалению, активность низкая. Должны быть привиты не менее 45%, тогда это обеспечит прослойку, так сказать, вакцинированных и защитит наше население от заболевания гриппа. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Все дома и муниципальные объекты обеспечены теплом, сбоев и нарушений нет. Вячеслав Сидунков напомнил о проекте «Комфортная городская среда». Коммунальная служба продолжает взаимодействовать с жителями, помогает оформлять документацию. Совсем скоро начнется онлайн-голосование на сайте администрации по выбору общественной территории для благоустройства. В ближайшие выходные в Десногорске состоится ряд спортивных мероприятий. Все жители и гости города 17 ноября в 14:00 детско-юношеская спортивная школа. Мы приглашаем на спортивный праздник, посвященный 40-летию зарождения дзюдо на территории нашего города. Также 17 и 18 ноября в муниципальное бюджетное учреждение ФОК Десна мы приглашаем на первенство ЦФО по баскетболу среди мужских команд. Совещание закончилось отчетом Центра занятости населения. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,56%. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.